Три пятерки уже Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. Руки за ногу! Три человека утонуло во время рыбалки в Унской губе. В понедельник под лед провалилось два человека. Они ехали на мотособаке. На поиски утонувших выехали спасатели. Сегодня под лед провалился еще один рыбак. Очевидцы из-за состояния ледового покрытия ничем не могли помочь. Спецслужбы еще раз напоминают, выход на лед сейчас смертельно опасен. Украли три телефона, видеорегистратор, деньги и личные вещи на 29 тысяч рублей. В городской суд передано дело в отношении двух местных жителей 18 и 20 лет. В июле этого года они обокрали 37-летнего северодвинца. После ссоры с женой мужчина забрал ценные вещи и ушел в свою машину. Где к нему подошли двое ребят вот этих и предложили, спросили разрешение посидеть с ним в машине. Значит, он согласился, так как, будучи состоянием опьянения, душа требовала беседы. Значит, у ребят у этих был джин-тоник, слабоалкогольный напиток. Значит, вместе они стали втроем распивать. Владелец автомобиля уснул, а молодые люди, которые нигде не работают и не учатся, обокрали собутыльника. Часть похищенного они продали. Сейчас юноши находятся под подпиской о невыезде. За грабеж им грозит до 4 лет лишения свободы. Мотоцикл горел этой ночью на проспекте Победы 63А. Двухколесный транспорт стоял на площадке для сушки белья. Возгорание заметили жильцы ближайшей девятиэтажки. Сейчас устанавливается личность владельца мотоцикла. Государственные номера отсутствуют. Со слов пожарных дознавателей, вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Въехал в чужой автомобиль и скрылся с места ДТП. На этих кадрах видно, как владелец автомобиля с друзьями пытается спасти семерку. На момент столкновения хозяина машины на месте не было, но свидетели видели, как в его автомобиль въехала белая «Шкода». ДТП произошло напротив Дзержинского 1 в понедельник в 6 вечера. Владелец, собственник машины, рассказал такую историю, что он двигался по дороге, у него внезапно закончился газ, да, в баллоне, он пошел за бензином, чтобы продолжить движение, приходит, а машина у него разбита очень сильно, и она лежит на боку. Там даже не следует ее восстанавливать, машина полная гибель, я думаю. Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефону 550336. Три пятерки уже в Субару пошел к вам, смотрите. Так точно. Внимание всем подразделениям. Огонь 7, Я Гомель. Передайте информацию.